2017 год в Жарханском национальном наследии Алекминского района объявили годом отцов. Подробнее об этом расскажет Елена Фаст. Роль отца в семье – тема, которая сегодня обсуждаема. Хотя, если обратиться к истории, то отец – мужчина, доминирующая фигура. Опять же, речь идет, когда в семье гармонично развиты отношения. В селе Токко традиции живы, обусловлено это тем, что и сегодня наслег во многом живет, опять же, традиционным промыслом – охота, рыбалка. Этот уклад сохраняется у нас, поскольку у нас село охотничье, село промысловое, национальное село. И поэтому ведущая роль принадлежит отцам. Как в обеспечении семьи и теми же дровами, шурком, да, льдом. Все это вот принадлежит ведущая роль в этом охотничьем промыслом. Именно в этом наследии 2017 году дали свое направление – год отца. У нас на сегодня является одним из лидеров поселков, который активно включился именно в движение отцов в нашем районе. Они первыми в нашем районе объявили год отца, 2017 год. И в связи с тем у нас была делегация, когда проводили районную конференцию отцов. Они были многочисленной делегацией. Свое видение функциональности озвучили на встрече с районными и городскими представителями советов жители и активисты села. И, конечно, не во всем она приемлема для широкого распространения. В национальном округе свой уклад жизни и колорит. Но одно бесспорно. Главный пункт – это пример отца для подрастающих сыновей. Воспитание должно идти в том плане, чтобы как личный пример, где-то ребенок в сельской местности, ребенок 14-13 лет, он должен уметь делать все, что полагается, то, что умеет делать его отец. То есть то, что я сказал, колка дров, защитник своего очага, допустим, защитник своей семьи, добытчик, все эти работы. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.